меня же сегодня на обед супчик из брокколи, цветной капусты и кабачка. Я немножечко это все тушу в кастрюльке и заливаю водичкой. Естественно, добавляю всякие травки, немножко соли. Вот, и потом довожу до готовности и пробиваю блендером. Очень вкусненький супчик получается. Можно, кстати, добавить сыр пармезан. Вот как раз добавляю кипяченой водички. Примерно, наверное, чуть побольше. Вот так вот. Перемешиваем. Ой-ой-ой. И накрываем крышечкой, даваем до кипения. Пробила блендером. Получается вот такая вот прекрасная вкусняшка. Добавила туда пармезан. Сейчас остынет, Луняша поспит, и мы пообедаем вкусненько.